стала женой миллионера, а затем выживала на 5000 в месяц – Ольга Будина. В жизни нашей героини были взлеты и падения. После выхода на экран сериала «Граница. Таежный роман» актриса проснулась известной. Для Ольги настал звездный час. Личная жизнь актрисы складывается не так гладко, как ее карьера. В 2004 году Будина познакомилась с предпринимателем Александром Наумовым. Александр – очень обеспеченный мужчина, миллионер. Он красиво ухаживал, актриса ответила взаимностью. Через 4 месяца Ольга узнала, что находится в интересном положении. Вскоре Ольга и Александр оформили свои отношения официально. В этом же году Ольга стала мамой. Она поставила свою карьеру на паузу и посвятила себя семье. Не прошло и года, как у мужа начались серьезные проблемы в бизнесе. Семейная жизнь перестала быть счастливой. Когда сыну был годик, актриса подала на развод. Муж забрал даже дорогие украшения, которые дарил Ольге. Актрисе пришлось жить на крохотное пособие в размере 5000 рублей. Алиментов актриса так и не дождалась. Ольга при поддержке близких смогла справиться с трудностями. Вот вам и миллионер.